Раз. О, есть, готово. О, 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 меня слышно. О, есть. Михаил, можно вас к сцене? Бухарест, добрый вечер. Работа за пол, произошло все то, чего не ждал. Мы тоже подумали, и у меня вопрос. Все-таки это вальсон! И нечего терять, о чем мне думать, что нужно мне понять. Так и запечатать, и покажу от солнца. Болилась надежда, а моя миссия в школе держит. Рассечена душа моя, дай-дай скоти! Если дальше покажу сцену и пускай буду лица головой в стену. Это напал по моей вине, но сада! Я не скоти!
Спасибо, друзья! Ну, всем здрасте. Ну, так-то да. Я вообще, вообще за микрофоном первый раз, вы не думайте, честно. Да, у нас просто вокалист заболел, так что вот как-то так. Друзья, так получилось, у нас сегодня второй наш вокалист Сергей Путятин. Ну как второй, заболел, первый? Попал с ангиной в больницу, и придется нам отдуваться 7 месяцев с командой. Ну, тут я тут микрофон Извините, взял, в тройке до этого дома пел. Сегодня как-то. И мы получилось. Выступаем для вас данным составом. Спасибо, друзья. Спасибо. Где аплодисменты там, я не знаю. Спасибо. Ну, это так-то поехали. Упавшая вниз в забытых вещах, твой легкий бриз. Я сам смогу, я все потерял. Это случилось. Я просто упал. Я просто упал. Давайте поздравим. Давайте вместе с нами, друзья. Я не сказал ни слова, просто ухожу за хлопки двери. Я серьезно не жалею, между нами все теперь. Остановка пульса на душе, столько пустота. We'll be right back.
все серьезно. Но все осталось позади за то, что с нами было. Никого-то не суди, я оставляю тень. Я обливаю дочь, младший ангел. Друзья, а кто пьет пиво? Поднимаем ручки выше. Кто за пиво? Вы мои дорогие. А кто пьет не пиво? А кто пьет не пиво? А кто вообще не пьет? Руки выше, поднимите, пожалуйста, друзья. Кто вообще никто ничего не пьет? Ага, я понял. Друзья, кто пьет пиво, кто вообще ничто не пьет? И кто пьет просто воду, воздух дышит? Может, немножко к цене подлизимся, немножко заколбасимся? Друзья, Ростов. Аватар, мы катались по многим городам. У нас был Тамбов, у нас был Смоленск, у нас был Брянск, много. Был Сочи. Краснодар, была Сочи, был Адлер. Москва. Была Москва. Нью-Йорк. Был Питер, была Миллерово. Ну, это пригород Ростова. Нью-Йорк. Все нас поддерживали. А почему да, у нас именно в Ростове сейчас нет вообще нашей ростовской команды поддержки? Друзья, я сюда! Дорогие наши друзья, наши дорогие слушатели, давайте немножко сейчас пристанем именно из поп-поп и подойдем немножко сюда, ко мне поближе. Нам нужна ваша поддержка сейчас. Вот есть один человек, есть вот трое человек. Друзья! Алексей Николаевич! Вау! Алексей Николаевич, давайте к нам. Да сейчас, поставьте там алкоголь. Все понимаю, всем, может быть, очень хочется попить пиво, именно посидеть, послушать музыку. Вот девушки сидят тут, скучают, как бы, давайте к нам. Друзья, ну может, давайте серьезно сегодня зажжем вместе с нами, а? Давайте поднимемся немножко и подойдем к ближе. Я просто послышу, чтобы никто ничего не пил. У нас очень много, именно кочевого материала, друзья. О, нормально. Притом у нас скоро будет Хэллоуин. Так, девчонки, вы что там? Очень скоро. С наступающим праздником Хэллоуином. Друзья, вас именно с наступающим праздником Хэллоуин! Все! Ну да, подержи. Ну, я так понял, все сегодня просто пришли попить пиво и послушать музыку, да? Ну давайте мы для вас именно и подыграем. А все равно мы вас ждем и на сцене, так что подходите, друзья. А мы начинаем дальше и продолжаем! Называется «Чужая рука». Спасибо. Yeah.
ты помнишь? Ну, конечно, ты помнишь, а я был бы рад все это забыть. Как это говорить, красивые фразы, так сложно впервые всерьез полюбить. А ты при моей и твоей фотографии, ты сумасшедший безумный коллаж. Ты так близко, наивно, дети, все дарит. Зачем ты сделал этот лишний шаг вперед? Ты знал, что за скоро будет так, но ты не упасть из-за сердца, скоро дождь. Может быть, это ее, твое спасение. Душа пролетала из года в год, и все это было спасение. Твоя грязь, твоя поражение в небо. Душа, на небо, небо, небо. Обычный день, и ты катаешь, совсем любимо, ты и так. Но ты дальше, как ты, чуть-чуть другим, и ты не готов. Не дай пати. И как улыбаться, чтоб тебя видеть. Ближе все не подходит со мной. Ночь нас закрывает глаза. Ты запомни это. Твое тело пустеет, но ты помнишь. Спасибо. Итак, друзья, мы хотим для вас именно специально сыграть кавер-версию на Юлии Савичевой «Не смотри по сторонам». Я надеюсь, вам понравится всем. Я надеюсь, вы пришли именно эту песню послушать. Я думаю, надеюсь, и уверен, да, точнее, она вам понравится. Друзья, Юлия Савичева, с тебя. Я писал об этом и всех предупреждал. Только авторская музыка. Ну давайте, нормально, а что? Отлично. Как писали, так и есть. Поехали. Чё? Да, я тут слышал, просто там тоже кавера играли. Yeah.
Спасибо большое. Это была последняя наша композиция. Спасибо большое.